Начиная с 1992 года в России ежегодно 15 ноября отмечается День призывника. Все молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, призываемые на военную службу в силовые структуры Российской Федерации, могут считать этот праздник своим. Но в первую очередь это особенный день для тех, кто только готовится носить погоны военнослужащего. Далеко не все молодые люди готовы проникнуться тем, что им нужно служить в армии, но это лишь в силу возраста. Беседа с ветеранами войн, торжественные проводы в армию и прочие мероприятия помогают воздействовать на взросление человека и осознание им ответственности в плане долга перед своими родными и близкими, перед Родиной. Единственное желаемо – добросовестно выполнять свой воинский долг и через год, что мы вас видели живыми, здоровыми, окрепшими. Желаю успехов. А при желании можете остаться по контракту. Сегодня в армии служить можно. Зарплата хорошая, с нового года еще будут увеличены. 15 ноября защитников Родины из Рассказовского района торжественно проводили в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Первые лица района пожелали молодым людям с честью и достоинством служить на благо отчизны, после чего вернуться домой, к родителям, которым ждать своих детей гораздо труднее, чем ребятам служить. Служить в наших вооруженных силах – это честь. Но ребятам, призывникам, желаю прежде всего достойно служить и вернуться домой, так как мы, родители, будем ждать их с нетерпением. Ответное слово после напутственных слов взяли призывники. Хочу поблагодарить от лица призывников 2017 года за оказанное доверие. Обещаем служить честно, вернуться домой и чтить память своих праздников. День призывника – это фактически день открытых дверей в военных комиссариатах России, которые заинтересованные люди вполне могут активно использовать для получения интересующей их информации. Остается надеяться, что будущие солдаты достойно отслужат свой период времени в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Владимир Иванов, Михаил Брыксин, новости этого рассказа.